Добрый день, уважаемые гости! Я рада вас всех приветствовать в этом прекрасном уютном зале, на великолепном празднике, празднике любви и соединения двух любящих сердец. И под ваши бурные аплодисменты на торжественную регистрацию приглашаются Бутаев Алан и Кумыкова Гульнара. Дорогие молодожены, в жизни каждого человека бывают торжественные, незабываемые события. Сегодня у вас именно такой день. Этот день станет началом той пути, по которой вы теперь пойдете вместе, деля пополам все радость и печаль. Сегодня вы создаете свой мир, полный тепла, любви и уюта. Свой мир, который называется семья. Семья – это основа и смысл каждого человека. Любовь, доброта, уважение, верность, взаимопонимание – вот спутники семейной жизни. Я вам желаю никогда не терять эти чувства. И перед тем, как зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить, является ли ваш брак обоюдно искренним, желанным и свободным? Готовы ли вы создать крепкую и дружную семью? Быть опорой друг другу и дать достойное воспитание вашим будущим детям. Я прошу ответить жениха. Ваш ответ, невеста? В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, в присутствии ваших родных и близких, ваш брак торжественно регистрируется. Прошу вас подойти и скрепить свой семейный союз подписями. Я прошу подойти свидетелей. Обручальное кольцо – символ бесконечной любви, которая не имеет ни начала, ни конца. И сейчас, следуя красивым старинным традициям, в знак любви и супружеской верности, я прошу молодых обменяться обручальными кольцами. Поддерживая молодых бурными овациями. Сегодня, 17 декабря 2022 года, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, в присутствии ваших родных и близких, отделом ЗАГС ваш брак торжественно зарегистрирован. И в силу предоставленных мне законом полномочий, я объявляю вас мужем и женой. Дорогие Алан и Гульнара, разрешите вас поздравить с этим прекрасным, незабываемым днем вашей жизни и вручить вам первый семейный документ – это свидетельство о заключении брака. Я его прошу хранить и беречь, потому что с ним вы неоднократно будете приходить за свидетельствами о рождении ваших будущих детей. Дай Аллах, чтобы у вас была полная семья, где были папа, мама и дети. Чтобы вашу семью приводили в пример только с хорошей стороны. Любите, цените, уважайте, уступайте друг другу.
Я вам желаю терпения и мудрости, и тогда ваш дом никогда не покинет семейное счастье. Пусть и чувства, которые вы друг другу испытываете, чтобы вы пронесли через долгую вашу совместную жизнь. Пусть семья ваша будет долгой и счастливой. Пусть сбываются все ваши мечты и рождаются на радость вам ваши дети. Уважаемые молодожены, сегодня рядом с вами ваши друзья, родные, близкие и самые-самые родные люди, ваши родители. Они с нетерпением ждали этот день, этот прекрасный, волнительный момент сегодня наступил. За этот праздник, который вы обрели, за это счастье, за любящие сердца, за добрые руки, вы обязаны им. Любите, цените, берегите их. Отнеситесь к ним так, как вы хотели, чтобы ваши дети отнеслись в старости к вам. Алан, испокон веков на Кавказе мужчина является главой семьи. Хочу вручить это свидетельство вам, чтобы вы с честью и с достоинством прошли по жизненному пути, чтобы к вашему свидетельству о браке все чаще и чаще прибавлялись зелененькие свидетельства о рождении детишек Кутаевых. Алан, сила мужчины в верности своему семейному долгу. Я тебе желаю стать настоящим хозяином в доме. Люби, береги и почитай свою супругу. Стань достойным отцом своим детям. Гульнара, сила женщины в ее мудрости. От тебя зависит атмосфера тепла, любви и уюта в доме. Я тебе желаю стать достойной продолжательницей рода Кутаевых. Бүгін әтелген ішіңіз орлыш болсын. Аллах бір-біріңізден айырмасын. Жүрегізден яқшы мұратларыңыз бар десе де, Аллах Аллахын толтырып, сізге берсін. Намыслыла насыпыла болығыз. Жолығыз кең болсын, ұзақ болсын, әрі болсын. В добрый путь, мои дорогие, будьте счастливы. Я вас еще раз поздравляю.